Всем привет! Сравнение смартфонов Apple iPhone 11 против Apple iPhone 6s. Со стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео, а также сравнить стоимость и наличие этих устройств. iPhone 6s — это последний iPhone, который поддерживает операционную систему iOS 13. Шестерка уже не поддерживает. Вот. По внешнему виду теперь давайте сравним устройство. Apple iPhone 11 сделан из стекла и металла. Металлическая окантовка и спереди, и сзади стекло. Тут цельный алюминиевый корпус iPhone 6s. Вот. Одинарная камера против двойной камеры, вспышки на задней части, дисплей диагональю 6,1 дюйма iPhone 11 против 4,7 iPhone 6s. Фронтальная камера, разговорный динамик, но дисплей тут на всю переднюю часть устройства, тут с рамками. Снизу находится еще механическая кнопка для управления, которая также служит датчиком отпечатка пальцев, сканером отпечатка пальцев. Слева кнопки игровки громкости, тут одинаково кнопки включения и слоты для нано-сим-карточки. Снизу вот видим, что у iPhone 6s еще есть джек для наушников. Вот. Порты Lightning, динамики, микрофона. Вот, сравним их по габаритам. Конечно, намного габаритнее iPhone 11. Так. И включим устройство одновременно, зажимаем кнопки, смотрим, кто быстрее загрузит систему. Отклик чуточку раньше на iPhone 6s, но кнопочки я зажал одновременно включение. Так, ожидаем загрузки. iPhone 6s быстрее включается, интересно. Так, разблокируем устройство. Дисплей у нас IPS с одинаковой плотностью пикселей 326, то есть это Retina дисплей IPS. Вот. Разрешение само отличается, оно больше у iPhone 11, но диагональ дисплея у него тоже побольше, поэтому получаем один и тот же PPI 326. Окей. Теперь перейдем в статический тест Geekbench 5 по техническим характеристикам iOS 13. Процессор Apple A13 Bionic, 6-ядерный, 2,66 ГГц, тут Apple A9 двуядерный, 1,85 ГГц, оперативки 4 ГБ против 2 ГБ оперативки, и смотрим на результаты тестов. Вот такое вот сравнение, более чем в 3 раза превосходит iPhone 11 в полноценном тесте процессора, и по видеоускорителю тоже почти, да, в 3 раза, более чем в 3 раза превосходит. По видеоускорителю, в тесте видеоускорителя. Закрываем Geekbench 5, также посмотрим еще на цифры в Antutu Benchmark. Так, 182 тысячи iPhone 6s, тут более 500 тысяч будет. Да, вот 517 тысяч, такая вот разница в Antutu Benchmark. Окей, теперь давайте перейдем в браузеры, откроем сайт Samsung. Перейдем по этой ссылке, посмотрим, как они будут по скорости загрузки страничек в интернете, насколько быстрее будет iPhone 11. Так, iPhone 11 быстрее. Тут был, кстати, 6s быстрее. На 11 быстрее. Ну, в общем, да, в интернете, конечно, производительность не так сильно будет влиять именно мощность процессора, потому что избыточно у iPhone 11, то есть 6s также практически загружают странички. Чуть-чуть есть преимущество iPhone 11, небольшое. Ну, такая вот ситуация. Хорошо, закрываем. Быстрее iPhone 11 грузит, стабильнее работает, но не намного, да, не в разы. Хорошо, давайте пооткрываем стандартные программы, например, часы. Вот одновременно. Например, карты. Карты не получится открыть. Например, App Store одновременно. Ну, тут iPhone 11, конечно, намного быстрее загружает. Так. Такие вот календарь, например, открыть.
тоже особой разницы не вижу. Тяжелые игрушки. PUBG Mobile откроем. Посмотрим, как будет тут по скорости загрузки. Ну, видим уже, насколько быстрее идет загрузка на iPhone 11. То есть тут уже в разы, да, должна быть быстрее загрузка в тяжелой игрушке. Да, вот тут уже загрузилось. Тут еще только там что-то начало подгружать. В общем, в несколько раз будет быстрее по скорости загрузки iPhone 11. Так, графика на iPhone 11 стоит самая лучшая, самая максимальная. Так, а на iPhone 6s графика средняя стоит, то есть намного хуже, чем на iPhone 11. По игрушкам, конечно, будет большое достаточно преимущество iPhone 11. Окей, переходим теперь к следующему тесту камеры. Двойная камера против одинарной по 12 мегапикселей. Теперь покажу вам примеры снимков на основные камеры этих устройств в сравнении. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максим Мобайл, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!